Мы идем в бутерброд. Следователь Голден наблюдает за матчем. Ничего себе. Слушай. A few moments later. Во. О, Голден, следователь. Добрый день. Дай золото. Рабочая тактика, ребятки. Как выбить 100% золота из босса. Ё-моё. Ребятки, всем привет. Жека, привет. Привет. В начале ролика попрошу вас прожать лайки и подписаться на канал, кто еще не подписан. Также подписывайтесь на канал Евгения Пинкмана. Согласен. Я только за. Ты только за? Там да, типы должны, там... Жека, они на канатку, наверное, втулили. Может быть, а мы их сейчас встретим. У меня, кстати, осталось 300 подписчиков до 700 тысяч. Супер! Ребятки, давайте добьем ему 700к. 700 тысяч. Да, ну ладно, никто не пойдет, я не поверю. Так я тоже. Контролим. Никого не видать. Будут, Жека. Да я тоже так думаю. Уже... А, вижу тут... Уже там? Голожопый был. Откуда? Да, один был голожопый. С рюкзаком шестым. Ну пускай, может, его пойдут подымать. Откуда он выбежал? Я не понял, с какого спавна. Может, он с нами заспавнился? Не знаю, может быть. Погнали на солевого? Да, погнали, сходим. Как раз сейчас этого типа залутаем. Может, он золотой был? Голый и золотой? Может, запустился голый с золотом. С золотой МКшечкой. Чё тишина такая? Здесь обычно такие замесы. Да, так вообще вы... Вон, вижу Жека! Там смоки, там куча типов. Пушим, давай подойдем. Понял, давай. А чё не слышно было? ХЗ. Этот фиолка. Его залутали? Или это он скинул? Это он скинул целую МКшку. Как он запустился? Ой, тут АМР-ка, Жека. Да, есть. СЛР-ка. И СЛР-ка. Не, там АМР-очка есть, точно. Снайперские учения. Обучение. Ой, лучший. Под низом, Жека. Это бот. Надо здесь допушить. Угу. Слева. Watch out. С креской. Жек! Ща, брат! Вау! Живи! Будь там! Тихо! Сейчас, Жека, я подниму тебя. Хильце. Тихо! Они далеко, они очень далеко, брат. Не этот. Я могу их закрыть? Не кипишуй. Прокоцал, бегу к тебе. Красные? Чё ты не говоришь, что красные? А я не знаю. Пушьте нас теперь! Прекрасных. Пацаны, пушьте нас. Ого, они реально пушат! Давай. Минус один. Минус полностью. Я думал, тебя нокнули, но тебе хорошо прилетело. Вы же меня контролили, вы сказали, что контролите. Я сказал, что ты шаришь в этой теме. Так, мне прилетело хорошо, Жека, я не вижу откуда. Камень. Вот этот камень спереди. А, вижу. Дал голову ему. Он один там и все? А, и слева еще? Да, слева под забором, брат. Да, вижу. Давай камень... Ага. Нокнул забор. Забор? Ну все, камень контролим. А ну, ты контролишь? Надо... А что ты делаешь? Эмоции делаешь? А, давай. Издевайся над ним. Я дотекаю, подними меня! Жалко, что я только слышу это. Что, он не пойдет подымать? Так, а пойдет! Хорош? Что у них за никнеймы у всех были? Я не знаю. Так, СКС-очка, Кобра, сюда. МКшечка, вышечка, братик.
Капец, сколько контролили, контролили никого. Да ты что, они посыпались эти типы? МР Кобра. Да. А у тебя какая? А у меня АМР Кобра. Жека. Вау. Эх, тихо, тихо, ты мерзавец. Походу, где мешки там, понял? Да-да-да, зачем он по нам стрелял? Мы же, да, зачем по нам стрелял? Как в твоем шорце. Да-да-да. Брат, я захилюсь уже до фула. А ну стой, 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 Жека. Хочу попытаться СКС-очку. Давай-давай, он под канаткой прям, понял там, где... Угу. Жека, там текстура почему-то... А, он по мне вальнул, я закорился. Там два их! Подожди, я сейчас нокнусь? Не, он первый. Тихо, сейчас пойду. Я не понимаю, почему я не могу... Может, в этот раз я плохо стрелял, но в прошлый я нормально. Поехали на канатки к ним. Это бот. Давай, я еду, ты контролишь. Да ну! Не-не-не, я с тобой, я с тобой, я с тобой, я с тобой. Сольемся, так сольемся. А мы уже сливаемся. Да? Да. Да-да-да. Жека, есть аптеки? Одна. Блин, сейчас сюда хаешка и нам GG. А как он добросит, алё? Да легко, алё. Алё. Блин, нафиг я этой СКС-кой. Ой, у меня хп. Что там происходит? Там бот и тип. А, я думал, что... Дохавал одного? Баунти. Дохавал второго? Хорош. Блин. Жека, Жека, погоди, 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 погоди. На мешках, брат. Пускай они идут нас пушить. Мы пытались, не получилось. Теперь пускай они. Блин, а у меня один смог только, чтобы назад отойти и хотя бы аптек залутать. Мы, я думаю, не добежим, Жека. А у тебя много смоков? Разве что мы можем дать смок на канатку и подняться к ним. Блин, они... Давай, Жека, вот сюда смок. Вот туда бросай. Ну да. А у тебя нету? Mm-mm. Сейчас, да, я отбустаюсь чуть-чуть. Отбустайся. И, наверное, брат, побегай. А я буду контролить. 3, 2, 1, поехали. Нокнул. Лучший. Теперь ты бежишь, я контролю. Давай, давай, давай. Бот, по-моему, там. Идеально. Давай, давай сюда, ложись. А, мы отсюда палимся все равно, Жека. Да, 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 да. Нам надо отойти и аптеку. Пока они поднимаются, да. Да. Супер. Можно АМР-очку возьму тоже? А там нету патрон, брат. А-а-а. Пробую тогда СКС-ка играться. Давай. Попал, попал. Попал. О, энергетосы есть. Есть аптеки, брат, у тебя? Не, ноль. МКшка, вышка. Сейчас заберем все. Но он там один, что ли, вот здесь? Не-не-не. Не? Хочу СКС-ка именно. Давай. Ну я их не вижу. За мешками вот здесь. Угу. Слышишь, а что если я попробую сейчас их закрутить максимально? Давай. А ты поконтролишь. А меня, мне кажется, они сейчас сольют меня, потому что я в одну точку втыкаю. Аккуратно. Попал. 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 Нокнул. О, спасибо за аптеку, я ее не видел. Таких там трое, почему пикают только? Да. А, хотя там те, что ползали снизу там, может это один из них? Не знаю, брат. Один в сталике прыгал, я не понял, он хотел либо затимиться, либо на мешки не мог запрыгнуть. Не знаю. Крути же, как-то хорошо их крути.
кручу. Ты бустаешься, нет? Ого, у меня есть эта херня. Не, я бустаюсь. Автозажим у меня есть. Ага. Ой, головушка залетела. Так не, автозажим нормально стреляет тоже. Ну я пальцем и быстрее тапаю. Так я тоже пальцем тапал только что, но... Ну вот этой херней оно этот... Точно стреляет. Да, я только что прозрел, как в точку бьет. Давай, Жека, докручивай. Бежит один. Лучший. Их запушили, брат. Ты запушил их. Не, еще. Еще? Это по мне. Погоди, Жека, я сейчас буду ехать к тебе. Патронов возьму. Начищенные. Разрывов тут нигде не было? Не знаю, брат. Там, где Америка была, по-моему, были. Да, есть. Живешь? Да. А типы где примерно? Вот здесь были. Ого. Я на канатке лечу. Давай. Да, они там примерно есть. Так, может мне их подкрутить? О, нет, там, брат, ты не сможешь. Все. Один вниз спускается. Жека, сзади по тебе кто-то валит. Да, я слышу. Это не по мне. Жека, тут хорошие типы. Меня бот нокнул, Жека! Да ну ты шо, дичь? Бот слил катку. Ё-моё. Они пушат, Жека. Сверху, да. Да, сверху это GG, ну попытайся, но бот, конечно... Да. Да нет, там без шансов было, брат. Там было без шансов. Давай под горочку вот сюда. Давай. Сзади будет сквадик, спереди будет сквадик. Короче, мы идем в бутерброд. Следователь Голден наблюдает за матчем. Ничего себе. Слушай, а это звучит как вызов. Голден. Голден. Есть, брат. Бегут. Капец, ни одного не нокнули. Я смотрю. А ты видел, как они синхронно? Да, я думал, что один присел. Жека, я не знаю, я отползу чуть-чуть. Здесь? Да. Здесь уже крутит направо. Ага. Блин. И нас в спину уже могут крутить, брат. Шарю. Вижу, сейчас я камень дам ног. Он крутит вправо. Дал голову. Видел. Плохо, что нас двое. Да, было бы нас... Семеро. Трое? Семеро. Тут до сих пор. Да, я его тоже поткнул. Кажека, я даже не знаю, куда пикать. Я сижу, не пикаю, чтобы не получить в голову. Пускай вот этот нас закрутит потом, Жека. Давай его контролить. Давай. А тот перебегает по смокам. Перебежал за дерево. Лучший. Можно подъехать. Я думаю, что их тоже двое, брат. Двое? Мне казалось, трое. Вот у меня в упоре. Вот у тебя в упоре. Я бегу с кулаками, ты его с пушки валишь. Вау! Сорян! Да ладно! Как ты его не нокнул граником? Дай граник сюда! Дядя, ладно, патроны! У меня хп нету вообще! Есть! Я не понял, что произошло. Ты слышишь? Не. Я пингпана убил! Да. Убил. Это в натуре пингпан, включи общий. Алло, убиватель! Сейчас. Алло. Пингпан, это ты? Убийца, кого ты убил? Ты ж в менюхе, а я в катке. Я подписан на тебя. Спасибо, ты красава, что пингмана нокнул, а Виталика не смог. Блин, ты лучший. А мы в ролике? Да. Мы в ролике? Да. Погнали, Шефи. А когда ролик выйдет? А как я его слышу до сих пор? Я не знаю. Не, ну... Круто, что он тебя нокнул, Жека. Ты слился, я нет.
Ну, по факту. А как он так, слушай, я ему граник дал? Не знаю, я честно начал... А мой граник ему залетел? Не, походу он за стенкой был, но меня, да. Меня бы твой граник нокнул. Я уже начал сомневаться, что и ты его закроешь. Так у меня вообще хп не было, там, ну, миллиметр. И он по мне ни разу не попал. Такое чувство, что это, слушай, постанова какая-то. Так это и есть постанова. Видел, как типы играют, что на них забегает фулл? Да, 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 да. Да-да-да, и все в потолок, и потом... Один против четырех не вывоз. Ну-ну. А по факту один на один выбегает. Не, так там еще вложить. Херня начинается. Вот так планшет во все стороны или телефон. Наклоны. Но типа мне в каточке проще занять какую-то нормальную позицию, выждать пока тип откроется и просто вот так аккуратно его. Даже без наклона можно нокать. Даже в два пальца можно. Уже все понты, брат. Конечно, понты. Ну, есть типы, которые на туриках в два пальца шпилят так, что типы в шесть пальцев так не шпилят. Да, да, факт. Тут главное, знаешь, понимание игры и какая-то минимальная тактика, а не просто на пролом бежать. Просто крысить. Крысить, шипить, так, а какая разница? Да. Кто как умеет, тот и играет. Типа. Ну, по факту. Это в обычной катке похер, там, ты закрысил, слился, не слился, там. Жека, типы. А на турике, так. Если там... Еще есть. Турик на пару тысяч долларов, то там еще Жека есть где-то. Дохавал одного. С этой стороны. У тебя? Сзади, в доме. Уходит. Плохой граник. Пинку. Не-не-не. А что там? Пингман, привет, я тебя смотрю. Брат, ну вот как так играть можно? А ты что, кого-то нокнул из них? Да, одного. А ты что, троих закрыл, Миша? Одного. Да ты троих закрыл. Ну ты пока с ними общался. Твои ж подписчики, ну, да. Не мои. Если бы сказали, о, Виталий Плейс. Не, ну правильно, ну типа, со мной говорили, не с тобой. Не, я общий чат выключаю. Да, я тоже выключу. А что там? Золото? Не-не-не. А что там было? Рюкзак. А здесь? Броник. Держи. Да не, мне не надо. Пошли как босса вольнем. Пошли. Надо хотя бы одно золото достать. Хотя бы. Хотя бы два. О, босс жив. Ну, я вчера играл, то есть снимал видос по 90. Угу. То одно золото выбил, типа. Броженни Летикс. Давай стреляй в меня, патронов не много. Мало или много? Мало, немного. А я скинул там где-то 300 штук, по-моему. Watch out. А штурм заспавнится? Погоди секунду. А здесь разве схват есть? А, да, вот здесь, по-моему, спавнится. Сейчас минус 4 дам. А ну давай. И что это хейта будет? Да покер, я играю в штурме, поэтому по барабану. Они, по-моему... Вот сейчас. Не-не-не, Жека, не будет их. Да, нету. У меня, короче, из 10 каток, ну 3 раза 100% я прогружаюсь в лобби. Уже сходу? Сходу прям. Кто-то накулачил. Патронов скину тебе половину? Да, давай. Чуть-чуть. На. Там на рептилоиде, походу, заспавнились штурмовики. Да. Мы штурм! Мы штурм! Не, ну, тип голожопый, который был у меня в видосе, это просто что-то чем-то. Молодец, о. Молодец, Галика убил. Да, я так проорал. Так вали на шестую карту, на первую. Да. Жека, это за раткой? Это там где? Это дальше, дальше. Да. Там где экскаватор. Нычка китайцев. Да, там файт хороший, я вижу типа, я сейчас его убью. Дай мне его, под деревом. 3, 2, 1. Ой, шикарно. А он тоже закрыл всех, интересно? Или он нокнул и убегал, да, Жека? Не знаю. Да, может быть. А это что за прикол? Это уже штурмичи. А по ним откуда валь? Вижу. Жека, тут за камнем, за камнем. Я дал ему сильно.
Давай, давай, там весь лут. Ау, он кайфанул. Это кто? Турмич. Камень. Ага. Прокосил чуть-чуть. Сейчас будет убегать, брат. Аккуратно, ешь, аккуратно. Все. Ой, ты его сжег? Да. Просто легенда. И что тут поляна теперь? О-хо-хо-хо-хо, где боты, где штурм? Где типы? А он фиолка, кстати. Я думал, что у него весь лут. Там лут на дороге весь. Около тебя. Юра Займ. Юра Займ, точно про нашего Юрчика. Там полный, да? Ну, не полный, но есть немножко. А ты вот эти чекал ящики? Не-не-не, я пока туда бегу. Скину каешки, скину молики. Давай. Тут три киллбокса. Оу! О, голден! Что за голден? В начале катки, брат, алло, проснись. Ты что, спишь? Ну? Начало катки, следователь. Да, есть, нашелся. А, я думал, что он не в катке. Я думал, что не просто наблюдают за каткой. Не, он в катке играет. А где он? У нас тут бегает штурмовик. Вот здесь, по деревам. У меня. И тут штурмовики, по-моему, бегают. Под деревом у тебя? Где? Вот, не, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Это... Во! О! Голден следователь, добрый день. Давай закроем, чтобы не заруинили. Давай. Не-не-не, штурм, сорян, ну не в этот раз. Unlock. Да-да-да. Обычно мы Жекой на максимум помогаем, но сорян. Давай, Жека, выкурю их. Там слишком много лута. Так и один по мне еще и валил. О, тут босс жив. Жека, лови босса. Ловлю. Он там на первый пошел. Ага, так он сейчас на улицу вообще выйдет. Да, он сейчас вернулся назад. Меня так бесит это. Что, он в комнате? Кто? Босс. Я типа убил. Не, босс. Босс. Комнате, да. Бежит? Да, что-то. Давай, 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 давай. Красненький, ничего себе, это кристалл, 100%. Это броженелетикс. А мы-то весь лут забрали? Не, мы вообще там ничего не забрали. Сейчас штурм уже лутает. Да, 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 я пошел. Так, голден. Ледока обязательно залутать. Погоди, надо все кейсы. Так, здесь что? Понял. Принял. Это вот и да? Там да. Так. Здесь пип. Это у нас следователь. Спасибо, что следили за игрой. Так. Есть. И это у нас пустышка, я понял. Пустышка. А вот это? Вау! О! Ты шо гонишь? Брат, я так очканул. Я видел, как он выбежал. Ё-моё, а он мог что-то и подрезать уже. Я тебе говорю, у меня аж башка разболелась. Рукашка вот улучшенная есть. Смотри, чтоб он сейчас нас в спину с неё. Блин, Патриков мало налутал. Сейчас пойду ещё лутану. Ух. Да, он сейчас нам молики, хаешки. Аж ёкнуло где-то внутри. Мальчик с сюрпризом. Так, дверь. Эй, погнали в ратку, Жека. Погнали, брат, погнали. Но мне кажется, что типа уже может на карте не остаться. Вот это последний. Не, я думаю, есть. Есть, да? Вот это последний? Да. Бегает выживший. Призрак из сундука. Давай сделаем тайник и пойдем. Чтоб он его... О, ну пошли, пошли, я покажу. Блин, а что ж я покажу тебе и все увидят. Ну ладно, ребятки, покажу вам тоже, где сделать самый топовый тайник. Биба, Боба, ноу! Вот здесь же. Я думаю... Ну, до этого у меня там ни разу вещи не воровали. Но после этого... Не-не-не, Жека, не здесь.
Сейчас покажу. Там место имба. Ну, найдутся. А мой брат давно знал об этом месте. Или а мой друг? Вот сюда, Жека, смотри. Вот здесь видишь? Вот здесь не оставляешь. Хорошо. Вот сюда. И смотри, здесь вот такое углубление. Ой-ой-ой-ой-ой. И вот так вот закидываешь. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, ну так уже видно, когда много. А обычно, когда я сам, то там не видно. Там все равно сюда не каждый забегать будет. А ну конечно, это не очевидное место. Че, по какой? Погнали по стороне A. Погнали. Сейчас оружейку чекну. Давай. Может реально сейчас золотишко какое-то найдем? Это было бы здорово, конечно. Желательно МКшечку, да? Да, на изысканную. И бронебойную сразу. И умный прицел. Да, ты что, 3 бафа, это было бы сильно. И детский прицеп. А... Тут залута набрать. Ты, да. Ты видел, как типа миниган выпал золотой на умный прицел? Не. А там прицел. Да я шарю. Жека, тут залутано все. А дверь, кстати, закрыта. Пока мы... Где-то должны быть. Для кого-то файтились. У меня флайерка есть, если что. У меня? У тебя есть? Да. О, может я сейчас письмо найду? Я еще и думал с собой взять, потом думаю, да ладно, не буду с собой брать. А перед этим думал еще взять, а потом думаю, да ладно, не буду брать. Так я тоже так думал. Ну и получилось так, что мы без письма. Да. Ну как-то тут не все залутано. И на этой стороне тоже типа, кстати, не слышно. Хотя ракеты залутаны. Они по шурику и спетляли. Сопровод. Походу кому-то сопровод, да. Мы помогли так сделать, что не пришлось ни с кем и файтиться. Мне кажется, что мы ни одного киллбокса не найдем в ратке. Возможно. О, черное письмецо. Есть, да? Да, сейчас дам тебе. Так, давай забайтим типов на дверь. Может, давай. Кто-то прибежит. Открыть? Да, открывающий штурмовичок этот залетит с улицы с хаешками, с моликами. Прикинь, если двоих сейчас раскидает. Как же я... Уже МК... Ну да, я обожаю просто закрывать типов на двери, эй. Так легко все это дело делается. Ну тут да. Да и на двери бит уже не особо тяжело. Не, я не могу, я там по 10 моликов бросаю все равно. Могу научить? Да не, спасибо. Давай научу. Час, а не, час. Не. Пускай ребята в комментариях... Не! А походу не, Жека, никто не придет. Лутаю. Давай. Короче, ребятки, на 5000 лайкосов учу Виталика, как правильно закрывать дверь Би. Ого. Да, ого. Уже груда имеется. Уже вторая груда имеется. Давай третью. Ну, давай. Блин, не. Две груды. Ну, все равно. А ну. Уже нельзя сюда пришли. А ну. Да, конечно, ни хера себе. Две груды. Погнали, быстро их переработаю. Килбоксы. Есть, да? Ну, один, да, нашелся. Так это бот? А вот эту ты нычку знал? Не. У-у-у, имба. Сейчас ребята в чате такие, шо? Переработает груды, как? Да не, пацаны, это... Это прикол. На слитки надо разделить. А потом слитки уже переработать на атомы и затем на молекулы. Конечно. Босс жив? Да. Золотой? Не знаю. Сейчас придешь, будем выделять. Я уже на месте? На месте. Ну добивай. Нечем. Может сжечь его? Сейчас сами сгорим, Жека. Может около него надо груды скинуть? Может. А ну да, прикопай, чтоб огонь. Немножко. Потуши его, да. Так. Он горит все равно. Заморозка. Так, а ну держи. Две груды. Дай золото. Рабочая тактика, ребятки. Как выбить 100% золота из босса. Ё-моё. Жека.
Это совпадение? Да. Это случайность да, или не, закономерность? Не. Это закономерность. Это закономерность. Ребят, вы поняли. Две груды на босса, перед этим молик, и в комментах пишите, получилось ли у вас или нет. И обязательно закопать. И, а, да, вы должны быть с тиммейтом, чтобы его потушить. Хотя можно и в соло, да, Жека, так? Да, я думаю, можно в соло все это дело провернуть. Капец. Что у нас здесь? МКшка? Вектор Кобра. На что именно? Так, не сохранять, не сохранять, не сохранять. Думаю, ты прикинь, еще шлем выпал и письмо. Да это дичь, не зря мы сюда забежали. Погоди, не сохранять МКшечку. Вектор у нас пойдет на розыгрыш. Подробности. Умный прицел. Ну, неплохо. Умный прицел. Только поговорили только про умный прицел. Да, любое золото всегда приятно. Любое, даже умный даже прицел. Сайга. Даже сайга. Даже вышка. МКшка на бронебоечку. Ого, 100% способ выбить золото. Но все ж напишут, кликбейт, кликбейт. Ребята, у нас работает, не знаю как у вас, у нас все работает. Значит, вы, если у вас не сработало, значит вы где-то что-то неправильно сделали. Пересмотрите обязательно видео еще раз. Конечно, у меня уже больше 40 золотых шмоток в инвентаре. Не верите, я могу скинуть скриншот даже. Именно... Благодаря этому способу, да? А я видел, что там броня лежала, или что там? А что это за броник? Я видел, на коробке лежал, но я побежал за тобой. Да-да-да, я видел. Нихера себе оставляют. Так, погоди, это он, наверное, случайно переоделся. Так, во, смотри, где был замес. Где? Собака лежит. Вон там сзади. А-а-а, во, где собака зарыта. Так, влезет мне или не влезет сейчас же? Ю, так. Иди сюда. Сейчас, брат. А что это такое? Я не понимаю, что здесь за файты были такие. Ну, броник там точно там лежал. Сейчас. Скажу, что это ты скинул. Так, не, вот, киллбокс. Киллбокс, я не могу ничего скинуть. А ну, а ну. Постанова, постанова. Это дичь какая-то. Спасибки. Это тип. Ты прикинь, насколько там тип, походу, один выжил. Насколько он залутанный убегал. Ну да, что ему броня не влезла, нихера не влезла. Да, все-таки был замесик на ратке. Небольшой, но был. Слушай, а кристаллы ты закрыл уже или не? Не, я только 20 чем-то штук закрыл. Серьезно? Да, я на рабочем аккаунте там уже нормально нашел. Я мог бы тебе скинуть, но мне просто жалко. Но я закрыл уже. На рабочем аккаунте уже где-то около 50, но я там только в штурм играю. Что такое рабочий аккаунт? Фараон никнейм видел? Не. Держи. Давай. Фараон никнейм. У нас же ты ник, брат, еще есть. Блин, я забыл, уже забыл. Ну погнали, там тогда и улетим. Да. За тайник я реально забыл. Тогда мы сталик на себя оденем и закинем вот так и еще вот так и скинем. Ёлку, короче, можно... А, я же тогда на переработку забегу. Давай, я пошел вызывать там флайерку, да? Давай, да-да-да. У меня тип. В смысле? Бегу. Тип! Это штурм! Тоже? Да. Алло, алло. Алло, олень! Я думал, мы ему сейчас тайник отдадим. Так и я за это думал. Тю, спасибо за разрывы. Я не понял его мувмента вообще. Он по мне начал валить, а потом увидел тебя и спрятал пушку. А он попал по тебе? Да! Тю. Вот так и доверяй, пока я микро включал, понял? Ага. Да у меня много таких моментов. Да и у меня много. Там оставили в живых, здесь хотели оставить. Вот это он лоханулся. Сколько б ему сейчас лута прилетело? Ич. Фу, аж настроение подпортил. Я думал, сейчас мы ему... Может быть... Да не, золото я б не скинул, потому что золото на розыгрыш. Опа! Ребятки, для участия в розыгрыше на Вектор золотой все, что нужно сделать, написать в комментах словосочетание Джесси Пинкман и указать свою ID-шку. Я пойму, что вы участвуете. Прожать лайк видосу и быть подписанным на канал. Также залетайте на Жекин канал. Да, а погоди, а если у тебя никнейм, допустим, Джесси Пинкман, что нужно написать? Джесси Пинкман? Джесси Пинкман тоже, да? Да, мне послышалось, что здесь тип. Без вариантов, Жека, что так Пинкман, что так.
Пу-пу-пу-пу-пу. Иди забирай шмотки. Так, ребят, если YouTube не пропустит коммент с цифрами, то в ID-шке напишите. А что мне забирают? Информация его в своем канале. Да, а я сказал, где? В ID-шке. В ID-шке. Я же за ID-шку думаю. Так, это забрал, это забрал, это забрал, это забрал. Все, Жека, больше не лезет. Кобру можешь закинуть. Она мало весит. А где тут кобра была? Я не видел. А. Броже не лезет. Когда я такой скинул, такой забрал. И это все равно. Забирай. А ну сколько влезет, там влезет тебя? Все влезло. Все влезло. И скинуть еще что-то или нет? Да не. Ну все, ну, сейчас. Ну мне нормально. Я так вчера продавал шмотки, потому что катку не запускала. Пластина не лезет. Заберем вот так. Молик. Да все, добились. Ну конечно в конце да. Ипчик. Подубавил настроение. А босик вообще поднял его. Ты шо? Золотой вектор. У-ля-ля. Плюс, ребят, показали вам, как выбивать из босса 100%. Да не, ну, конечно, это рофл. А вдруг сработает? Отправь своему другу, который верит во всякую чепуху. Отправься чепухе. Да-да-да. Так. Ветролётик, забирай нас. Ребятки, все, всем огромнейшее спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующих видосах, либо же в телеге. Ссылочка на которую в описании. Всем пока. Пока, Жека. Пока-пока.